да, как бы игра была тяжелая, да, моментов было много, но я не знаю. Нормально соперник немножко показал характер, ну, чуть по чуть по игре уступили. А так, ничейный боевой результат, я думаю, нормально на сегодняшний матч. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо. Ну, игра была тяжелая, соперник был хорошо организован. В принципе, сыграли на равных, были моменты и у той, и другой команды. Но проявили командный дух, отыгрались. Сначала те ребята, потом мы. Забили классные голы, в общем, все круто. Да, увидимся в следующей игре. Спасибо.